Apex. Да, посмотрим, ножи здесь будут очень многое решать, а у нас как раз стартует. Хочется, знаешь, со стороны, вот хочется увидеть Apex за Т-сторону, хит за КТ. Будет более удобно, потому что Apex все-таки, мы как сказали, преимущество, как они атаку свою покажут. А там уже от КТ отталкиваться. Да, хотелось бы Apex за КТ увидеть, но мне хочется наоборот все. Ну, в чем-то ты прав, на самом деле. Потому что атака у них хорошая. Но ножи хит уверенно играют, поэтому да, Apex, наверное, хотя 2 в 2. Очень понятно. Да, по итогу хит проигрывает ножи, Apex выигрывает ножевой. Ну, если КТ. Да, на КТ начнут. Хотя, да, Apex за КТ. Ну, посмотрим, как вы у нас придумали пистолеточку. Интересно. Ну, вот для меня это загадка. Я ни разу не видел хит на... Fast B, они против Fast заиграли вроде да? бы. Fast B. Причем там, хит. Да, очень люто они выбежали. Вот я не смотрел эту игру, я только счет увидел и понимаю, почему. Но я могу путать на самом деле. Люк, да, как раз? Да, играл стрим, мы с Люком. Да? Я вот не видел эту игру. Так, фаз Б. Ну, не знаю, аналитика должна в каждой команде тир-2-тир-3 уровня. Есть аналитик, который анализирует пистолетки, дефолт, слабые, сильные стороны соперника. Если фаз Б они делали в прошлом раунде, что 4 Б ждем от команды Apex? Или быстрые 3 подвала могут Apex, сыграть наперед? Да, 3 подвала играли. 3-4 подвала, потом быстрая спина, если на Б раскид будет. Интересно будет. Ну, как ты думаешь, вот мое такое предположение, навк сейчас 25 фаргов минимум. Серьезно, да, почему? Если он профессионал... Я не хейтер, но думаю, что у него день сегодня неудачный, поэтому я Нет. бы, если стоять на фраге, поставил бы не более 15. Согласен, навыков. Вчера день у него удачный был, сегодня неудачный. Хорошо отдохнул пока. Вчера вечер удачный был. Вчера вечер удачный был. Так, смотри, пистолетка началась. Будут какие-то гранаты у нас? Да, покупает Реал, у нас Молик. Два смока покупает, Лаки еще. Это Б. Это Б? Это Б. Значит, аналитик должен у команды Apex работать. Так, Молик шорт, смоук 9, смоук сайт, флешечка на монстры и погнали. Ут поменялся? Да, друзья, у нас... Стой, нет, до этого все было правильно. Хит за атаку, Apex и КТ. Сверху. Так, смотрим, Мака покупает P250. Ну пока пошли в коннектор. Кстати говоря, может быть я и все-таки ошибся. Угу. Да, да. Они пойдут на А. Аккуратно, с P250 работает, тройка начинает играть в подвале, у нас Навк. Навк, нас один, четверка принимает под Б, Навк один. Должна быть какая-то информация, должен он... Ой, он теряет тайминг, длину отпикивает, смотри, как он пушит, и сейчас восьмерка будет стреляться. Это Мака, вместе перестрелку уступает, есть информация по нему. Нет. И ротации нет. Да, и тройка по информации будет его жать в туалете, должны его убивать. Навк убежит или нет, вот в чем вопрос. Он шифтит еще. Шифтит. Ну, не стали его загонять. Тоже грамотно играет команда Хит. А все, догнал его. Мака наказался шифт. И при этом всем успела двойка игроков Apex перейдется в плент. Но тяжеловато будет им дефаться. Прилетели смоки на мусорку плюс банк. Болик трак горит, стика и просто убегает с плента. Все, они выиграли плент одними смоками. Побежали. Выход пошел. Ну, Смачевский есть. Ой. На. Ареал хороший минус дает. Ну, здесь уже первая пистолетка за 1-0. 1-0, да. Если не будет чуда, конечно. Хотя... Мы уже видели. Apex умеет творить чудеса. Ну, вот оно чудо. А он не попадает, он просто не попадает, но по итогу убил в размен. Стик 1-2. Стик последний, лоу хп и получает. Не произошло. Ну, уже, знаешь, мы в какой-то момент поверили, что может ретейк. Мака живой, поэтому не дал он чудо случиться. Да. Если бы Мака убили первым, то могли бы. Согласен. Ну что, на эко надо Апексом идти? Эко, думаешь? Да, уверенно. Ну почему бы и нет, да, я тоже бы сыграл. Но они делают форс-бай. Тяжеловато будет. И обрати внимание, что скаут берет не навк. Коэффициенты. А Кексан. Тем временем кэфчики, да, 1-7 на Apex. Они все равно являются фаворитами, 2-10 на хит. В принципе, Бэтбум согласен с нашим мнением, 60 на 40 примерно кэфы. Не забывайте то, что на Бэтбуме не только вкусные кэфы, друзья, но и 100% бонуса на ваш первый депозит по промокоду Фиссура. Да. Куксан остается красный со скаутом, Джейли тоже уже. Но если они проигрывают, это уже эко на 3-0 выходит за Т-сторону. Не забываем, Apex очень хорошо себя за Т-сторону показывает. Ну, да. Так, ну форсик пока уже не в сторону идет, и Мак как раз попадает его со скаута, 30 хп остается. Правда, сам Киксан остался красным. Сложная ситуация, сложная. Здесь главное хит, знаешь, вот не затупить одним словом. Грамотно сыграть, двойки, тройки или 4-1 схемы. Выйти пода, они будут выходить пода, потому что уже бомба перемещается. Минута до конца, мидкол сформирован, а там уже 3 человека отыгрывают пода, 3.
GKM сидит довольно дефолтной позиции, его просто обязаны проверить, потому что вот с пистолетами, с формилками вот, это лучшая позиция. Да, это позиция лучшая, но она там потяни, ты можешь прифайром на левую сторону выйти, когда человек открывается, потяни резко. Посмотрим. Вот позиция простенькая, но ее как, на один как минус. Минимум размен должны дать. На один минус. Не более одного фрага, согласен. Смог полетел, нав будет. Вот посмотрим. Будет ли он? Должен. Хорошую позицию дает. Да, дает один минус. Должна серия разминов быть. Но там со спины, со спины. Со спины остается, да. Ну, Ксан убил ДЛ, кстати говоря, параллельно с этим. Но его проходит X-Real и остаются JL и Stick вдвоем. И заметьте, они красные. По одному патрону Маки и Реаму можно дать. Джоко, вся надежда на него. Джоко. Опасно Джоко играет. Видит? Какой смог? Как будто бы видит. Как будто бы видит. Да. А кто такой смог дал? Да. Все, парни. Последний остается красным, Мака. А бомба-трак? Бомба-трак? Бомба-трак. Это все. Ну, хороший дым, ребят. Да-да. Великолепный смоук. Используйте, он на руку для Апекс. Хотя, стоп, минирую. Он не пошел. Джейл просто на железных шарах огроменных сидит и дефает эту бомбу. По итогу еще и добивает Мака. Гений игры получается. Он красавец. Не испугался того, что тиммейт погиб. Просто. Ну, знаешь, такая, казалось бы, ситуация мертвая. Эмоции, апексы разрулили, важный кил на траке дали. Ну там Джоко подставился Джоко, очень да. сильно. И там еще смог кривой был. Казалось бы, ну ты играешь против диглов, ну стань дефолт, не? Угу. Хит сразу ставит тайм-аут, потому что ну, нужно что-то делать. Форсить, конечно, нужно в ответку. Да, бомба была поставлена, деньги есть. Там и Джоко подфармил денег вот. С Магдесятого. Да, ну и скаут свое дело сделал, он красных оставил, видишь, Мака 30 хп, 28, Реал осталось. Два хита и убийство он сделал, конечно, это хороший импакт. А скаут кто у нас был? Киксан. Навк. Не Навк, да, Навк стоял на прикрытии и не смог прикрыть по итогу. Навк пока отдыхает еще, он сказал, все. Так, ну хит, вот что сейчас нужно хит сделать? Не знаю, по 2200. Да, стоп, да, можно и оставить. У Джока 3600, 2200, можно попробовать не баяться, почему рисковать? И в следующий раунд закупиться, оставить их с фарбганами и с фамасами. А-а. Баяться, да, решили все-таки. Ну, смотри, на их усмотрение. Потом два калаша закупается. Хороший бой, хороший. Шлемчик есть у Лаки. Здесь самый такой раунд, знаешь, кто выйдет вперед, очень важно будет. Мне кажется, здесь какая-то борьба будет. X-Real, конечно, поступил, молодец. Просто купил калаш и скинул, получил дигл в ответ. Конечно, место в составе хочет застолбить. Тест проходит. Я повредит, все что угодно делать. АК даю за место в составе. Так, ладно, смотрим, поджим длинный идет, ЖКМ. Ой, опасно. Нарвался и нарывается, делают по нему минус сразу со старта. И как бы одного из сильнейших игроков Apex уже вырубили. Сразу же отступление колет Навк и Киксан. И два человека в смог проходит, тройка-двойка у нас. Джео вместе с Тика будут всю инфу давать по БПНТу. Смотри. Вот так Киксан идет куда? Подпушили, вся инфа есть. Понимает, что это... Ой, Навк, вся надежда на тебя, сейчас посмотрим. Минус один как минимум должен давать, но на него идет тройка игроков. Если подсадочку будет пикать, могут и без потерь его забрать команда Хит. Но есть прикрытие в виде Киксана. Там ага. довольно недалеко стоит. Киксан с фамазом на дальнее расстояние. Такое прикрытие, конечно, очень жесткое будет. Ну ладно, посмотрим. Навк. Ну что, исправляемся. Под флешку пошел дрейф и легкий килл. Вот тебе и Навк. Повезло, да. Ну, там ничего не поделаешь, там флешка, и ты не можешь стоять просто на антифлеш в этой позиции. Как-то странно, они сыграли. GKM подпушил сразу, да? Получил минус. Навк под флешку. Зачем туда идти было? Ну, хотел агрессивно сыграть, неожиданно его законтролили. Бывает такое, случается. 3 в 5. У Хит все есть в руках, чтобы выиграть данный раунд. Надо просто доиграть. Да. Ну и все. 5-2. Ганты теряют в экономике, укрепляются. Пока Стика дает минус. Моментальный размен проходит от Маки. Джейл такой, блин. Он в шоке. Опять делать клатч. Парни, он, кстати, так сейчас вздохнул. Ну, он просто, ну, в шоке. Навк пока единственный, кто не сделал убийство. Ну, должен раскрыться, говорят, в 24-м году. В 24-м все-таки, да? Да. Топ-20 будет. Почему бы и нет? Так, ну и что, деньги заканчиваются. Одно АК засейвит. Форс на форс. Форжа перед этим забрали. Почему бы сейчас этот и не взять? Ну, должны форситься. А Апекс бы ответная пауза не помешала. Хиджи поставили паузу, договорились, что они хотят сделать. Дефолт получился, дали стартовые два минуса, прошли на поинт, бомбу поставили. Все было четко. Я бы сейчас вот знаешь, вот сейчас время в ответную паузу взять. Ну, я бы взял. Не знаю почему. Потому что... План обсудить на форс. И заметь, есть. И плавное повторение карты. Вот мы Ancient смотрели, за каждый раунд цеплялись. Ну, там 5-1, кто-то вперед выходил. И вот опять
За каждый раунд борется. Да, кажется, да, да. Равненькие команды, да? Хотя да. У них замена. Хотя Apex фаворит, мне казалось, в этом было 3. Ну, Рейка сильно играет. Посильнее их стрелы, и так скажу. Ну да. Поэтому хит, конечно, потеряли немножко в боевой мощи, но все-таки ко второй карте они уже привыкли. Кто ты сказал? Рейка. Какой Рейк? Это игрок хит, которого нет. Нет, хит это игрок Ханорис. Там Разму. А, да? Разму, да, перепутал. Я думаю, все. Рейка это игрок Ханорис, я думаю, еще Рейка. Причем так Ханорис у меня в голове такой, знаешь, вычислительный. Произошел мисклик. Ну, а на Разму, да, они похожи, не два брата. Так, а что у нас делают? Подсадочку делают Apex на шарту, интересно. Но правда, они могут оба подставиться под одного X-Reel. Ну да, форс на форс ответный. Но у них есть скаут, который... А, навку на скаут. Нет скаута, да. Нет скаута, да. Значит, у них в тот раз Куксан был скаут, а сейчас, в принципе, имитация. Так, ну навк один на... То есть он свою работу выполняет. Вот, Джелли реализует свой АК, делает минус хороший очень. С подсадочки. С подсадочки, да. Ну, вся инфа должна быть. Быстро заход. И стакаются 4А. Да. Ну, молодцы, Апекс смогут забрать. Как все хорошо, на 2-2 тянет, да? Ну, подожди, стейка погибает. Мака врывается, да, дарует Мак 10 в руки JKM. Джелли подгорает, но есть размен, экзерсайз сквозь дымы нашивает JKM. Джока по длине двигается. И есть информация по тачке, должен разменивать. Джель битый. Тяжело ему дуэль, еще флешка под лицо, минус. И Навк ничего просто не делает. Вот сейчас бы минус один, важная дуэль была, и все. Навк ничего не делает. Прикрыть бы этот Навк какой-то. Ну как, он стрельнул в хлопе. Ой. Я бы, кстати, посмотрел с удовольствием статистику АДРа. АДРа? Если там хотя бы 20 у Навк. Я думаю, есть, почему бы нет. Ну ладно, игра только началась, вот мы смеемся, он сейчас возьмет АВП и просто эйс сделает. Обычно так все время на зоо делают. Было бы круто. Прифайр от Кексана по голове Джоку залетает. Я думаю, Джоку удивился. Да, Кексан, кстати, да заметь, у него им в голову все время стреляет. Тут мне Джейли, Кексан по ему очень нравится, как они. Да. Да и GKM. Да, они все хорошо, видишь, в своем роде. Ну, Стика так себе имер. Какие-то ошибочки вот у них внутри команды бывает происходят. Ну и как всегда отмечу авика не хватает. Так, денег совсем не остается, будут от одного гана отыгрывать, потому что нельзя баяться. Ну да, по пистолету купят по 250, один кольт. Что этот кольт, как можно резервировать? Опять подсадочку сделать, не получится. Стакнуться на миду, запустить кольт в коннектор, плюс один, и три туалета стать. Как-то тоже так. Как вариант. Ну а хит в это время понимает, что у них экономика на нуле, они только что форсили, что у них только один ган засейвено. Какую-то быструю атаку провернуть, ну, тоже можно. Молик наш форт будет заниматься, вода. Да, тройка отыгрывает. Тут пока ответного врыва нет, они два подвала, тут два зиг будут вместе, видишь, ретейкать, два с подвала. Ну, Куксан хочет кио найти, все правильно, я бы тоже бы в подвал пошел, должны понимать. Комфортная позиция для пистолетов плюс кольта. Смотри, какой тайминг теряют. Отчекали и видели, походу, на монстра, что он ушел. Да, есть информация. Видели ногу, видели. И вот сейчас бы запушить, на самом деле, шорт в спину, но там тайминги нереально нужно поймать. Серьёв все классно делает, выходит на ми. Ребят, пора бы дефать. Ой, ну ситуация уже плачевная. А где ротация от Кексана с эмкой? Ну, ротация на ротации. Так, экзерсайз. Решил пропушить шорт и подарить калаш. Ну ладно, можно еще эмочку засейвить. А вот и шансы появляются. На БЦ есть игрок. Нет игрока на БЦ, он уже убежал на Heaven to Navk. Ты что, там просто брони, ни щипцов, ничего, ваки делают минус. Зажимают их в шарту вместе. Дают минус. Стика лаш. Стика. А, Стика сел с калашом последним номером, даже не выстрел не сделал. Понял. Все, последний остается у нас Навк. Попытается кил дать, какой-то ган намутить, но... Время, конечно... Нет, хит гораздо сильнее смотрится. Он на спикера пока похож. Что. Знаешь спикера такой игры? Да. Вот я посмотрю на него. Очень похоже. 4-1, хит обеспечивает сильный старт, играя за атаку. У них неплохая КТ-сторона. Поэтому за Apex уже есть волнение. Так, авик у нас за КТ-сторону будет. Нет, денег не хватает. Да и хорошо. Да. И авика у нас за команды хит не появляется. Ну, 4-1 за Т-сторону уже хороший. Знаешь, такой шажочек хит сделали. Вперед. Могут и на 5, и на 6 закрыть. Пора Апекс включаться. Когда, если не сейчас? Ну, вообще не понимаю, что с ними происходит. Так, 5 кольтов.
куча раскидов просто под плунтом. Там играет соло стика, на самом деле. Это 4 мита от Apex на девайсном раунде. И это не работает, потому что хиты в очередной раз они просто угадывают и направляются на плент, на одного стика. Быстрая атака будет. Нет, не знаю. Как Apex же они в другую сторону давят? Ну вот. Возможно, стоило как-то активнее коннектор играть и хелповать, да. Шорт. Должны выходить по парам. 2-2. Флешки полетели, смоки. Выход стика пошел. Дает. Стика, да, в отдачу. И на свободном поинт команда Кит выходит. Будет устанавливаться бомба. Позиции должны хорошие занимать. Есть информация по толпе. И знаешь, вот такой смотришь. Вот как не везет, Apex. Четвером стакнули пода. А команда быструю атаку. Долго принимали решение на ротацию, либо же наоборот поджим. Ну да, по-хорошему. GKM минус GKM. Куксан в подвале находится. Ну, сейчас что остается? Конечно, щип. Сейф. Сейф. Это уже сейф. Вот так вот легко раунды проигрываются для команды Apex. Ну, а хит имеет не только хороший скилл, но и большую удачу. Читку. Но это неудача. Может, капитан так зачитал? Может быть. Наперед. А может быть, это дефолт раунд Apex, и хит, знаешь, готовились к этому. Да. Интересно, не сыграли. Навк. Навк. Ну, Лаки не батится, посмотри. До последнего чекал Навка, забрал его. Перекрестный огонь, прекрасно. Засейвили, называется. Сейв. Паузу, просто 2-3 паузы подряд, пойти лицо умыть. Реконнектнуться. Коннектнуться. ПС прописать, монитор включить, мышку подключить. Так, денег по 3500, 3000, 2900. Все получается у команды Хит. Не знаю даже, что придумать. Под Б стакнуть опять четвером нужно Apex. А, пауза не ставится. Покупают они тигуи. Монстр запушить под флешечку. Ну, сейчас что-нибудь придумают. Смачок. Начинает четверка под Б отпикивать. Делают дефолт команды Хит. Контролит. Ну вот видишь, как Хит выгадывает. Кстати, смотри, контакт сейчас на зиге. Может быть, у нас X-Real побежал, может АК отдать. И от этого АК потом всю команду. Нет, грамотно сыграл, имитировал. Отошел, не дает ган. И тройка понимает, что у них плохой бай, понимает, что у них экономика плохая, и выбирает дальнее расстояние. Тройка идет по длине. Один в подвале. Ну, все хорошо, хит. Если... Очень плавно не играют, обрати внимание. Да, плавно. Самое интересное, рабочий капитан, и все люди понимают, кто что делает. Да, при том, что не играют с заменой, с новеньким игроком, но... Уже синергия образуется. Как мечали, значит, на французском все разговаривают. Так что язык тоже важен, когда нетрадиционально, знаешь, с каждой стороны. Кто-то где-то инфу не знает, не договаривает, а тут они такую замену сделали, подобрали, который знает. Так, Навк снова на прикрытии играет, обратите внимание. Там Кексан сейчас будет проходить. Пока Навк 0 на 6. Полетели, let's go. Вот не, ну это Кексан. Просто трипл килл. Как он второго убил? Там я не показали, мы за Навком смотрели в это время, но... Получилось, что получилось, мы видим. Минус 4. Лаки последний остается. И без потерь. Сухую, без потерь? Да ладно, что, Apex проснулись. И Нав первый с почином, кстати. Да. Красавчик. Прикрыл, наконец-таки прикрыл. Уксан уже 9 фрагов. Девяточку сделал. За прошедшие 7 раундов. Ну, нормально. Я бы сказал, отлично. Ну что? Знаешь, кто уже в той игре... достает. Заметь, кто ведет в счете? 5-0, 4-2, тот в конце проигрывает. Нет, Apex вели на эншите. Вели на эншите? Да. Эншит не считаем. Вот это не считаем. Ладно, 5-2. Делает дефолт, АВП в подвале отпикивает, ждет какую-то ответную реакцию. Детская тоже контролится. Вот хорошо отыгрывает у нас X-Rio, правда, он сейчас урон хороший получил, 25 хп у него остается. Подвал. Прифайр пытался дать GKM, не сработало. Дает инфу, прекрасно понимает. Понимает, что в подвале АВП и АК. В это время минута 20 остается. Будет заниматься длина и сам мид туалета. Но при этом там буст на карте. Без авика. Такое, ну, да, редко увидишь. Такое, да. Обычно пустят только авики. Все, мид-кол, бомба перемещается под Б. Мы видим, вроде заняли, откидали смоки, имитировали занятия туалетов. Хотя, чтобы игрок ротации ушел на Б, но бомба будет выходить. Да, точнее, бомба выходит. Что там прострелы? Экзорсайз по голове сквозь две стены залетело. И посмотри, как интересно играет на шарту у нас Апекса. Но маг убивает стика прострелом. О, ничего себе. Погибает от Джейла, но дальше Джейла нужно пикать снизу сверху. Да, экзорсайз в соло справляется. На Б остается лишь один опорник. В отдачу играет Киксан. Молотов на БЦ, чтобы не было хелпы. Болик не долетел.
Атака не заклемнулась, но они могут 2 секунды, 3 секунды до конца. Ситуация 3 в 4. Красный, правда, 2 человека, 35 и 25 хп. У команды сейчас хит. Либо уйти, либо уйти. Они уходят, посидеть. И семерка должна играть. Лаки. Лаки может зарешать этот раунд полностью. А в отдачу один в хп у нас, GKM. И бомба перемещается под А. Быстрая перетяжка, имитация под Б. 10 секунд, они не могут не успеть. Подожди. Тут есть GKM, он урубает первого. И дальше не пройти. Бомбу не пронести в сайт. Бомбу не поставить. Ну что? Ты... Подожди, успевает. Накаркал. А что так? Что? GKM, ну за тачкой спрячься. Да вроде нормально на мусорке стоял. Можно было и второго туда убить. Киксан забрал экстрела 2 в 2. Красный. Ты же сам сказал, 7 секунд там оставалось до конца. Ну тогда. Ставить, попробовать бомбу. Ну ладно, случилось как случилось. Джоко, 34 хп. То есть красные игроки, есть граната. Киксан подставляется под экзерсайса. Гранаты больше нет. И вот он, Навк в соло. 1x2. Нужно сделать фрагов в 2 раза больше, чем у него есть, чтобы выиграть этот раунд. Первого забрал, второго прострелил. Он попал по нему? По нему, да. Попал, там авик прострелил. Смотрим. О! Находит минус. НТ Навк. Ну, того бил, да. Если бы он убил еще экзорсайса прострелом, когда фликал, это было бы жесткий хайлайт. Ну, запас денег есть по 6-100. Будет хороший бай. Не знаю, Пикс, нужно что-то поменять в этой игре. Ну, там, видишь, и простреливал, залетел. И где-то вторая атака пока хит посимпатичнее смотрится. Ну вот зачем он ушел? Он так сидел там хорошо. Да. Минус. Ну что у нас, 7-й раунд? Ой, какой у нас? 9-й раунд сейчас пойдет, да? 9-й раунд. Пока. Да, и пауза. Хит берут тайм-аут. Ну да, хотят укрепиться в счете, выиграть эту победу. Ну, хит молодцы. Знаешь, вот такой прыти не ожидал от них. Угу. Где-то, так. Согласись, индивидуально в каком-то месте, вот если Яншин не брать вот, на последних двух картах, не только на, где-то и другие игроки тоже проваливаются. Ну, стика не видно тоже. А так, не знаю, GKM, JL, Kixan, тройка очень сильная. А вот смотришь за командой хит, знаешь, там и не выделишь никого, и никто так сильно не отстает. Каждый свою работу делает, и в каждом раунде кто-то разно ультует. Да, да. Так что, по большей части, мы на Apex внимание обращаем, но там есть на кого обращать. Согласен. Это да. Так. Ну что мы сейчас увидим? Дефол будет команда делать? Навк авик получает. Вот это будет первый интересно. Раз за прошедшие 8 раундов появляется. Мне кажется, он утонет. Апекс. Мне кажется, он утонет. Дождались, я долго этого ждал. Он на шарту. Так, ну у нас воду в это время отжимает команда Apex, и уже, знаешь, процентов на 10 отрезает карту, потому что воды — это нейтральные воды. Ну, это называется нейтральные воды, потому что и Т-сторона по таймингу занимает их первые, и КТ занимает сторона, кто лучше комбинацию, кто лучше флешку накинул, то комбинацию лучше сделал, тот и выигрывает. Тут 3DL. 10% карты отрезается. Смотри, что делают, у нас хит просто плюется 3 длина, Киксан бежит на помощь своему братишке GKM, GKM ловит фуллблайн, тут убивает первого! Подлетел! Размен! Есть размен от Куксана, и у нас восьмерка. С бомбой отыгрывает у нас Мака, 28 кп остается. Ну, хит могут и из меньшинства реализоваться. Реализовать, да, мы уже не первый раз видели, но Навка реализует АВП, очень важный килл дает. Отрезает половину карты под Б, стяжка уже бежит просто на А, понимает, что... Ну, выбора нет, остается 50 секунд, двойка минус Куксану. 45 секунд. Спина быстрая. Если она промажет, то раунд можно Апексом и вновь проиграть. Но JL спасает ситуацию. И быстрая спина, у нас Тика будет заходить. Ну, это третий для Апекса. И Навк даже второй раз попал, вау. Сейчас. Кто там говорил на Навк? Кто там? Угу. Договорились. Ну, он уже догнал JKM. MVP первой карты, между прочим. Согласен. Так, ну что, нужно цепляться за раунды, потому что и так много за эту сторону команда хит забрала. Это шестерочка, это уже показатели. Впереди, знаешь, у них запасик. И восьмерка, и девятка может быть. Так что Apex, если хотят эту карту решить, должны вот именно сейчас. Еще целых 6 раундов. На 6-6. На такие, знаешь, паритет по раундам выйти, потому что потом будут большие проблемы. Но по экономике ты видишь все прекрасно, что у команды хит, как так, они закупились. Подожди, мы уже видели форс на этой карте от хит, где у них была это форс, а там тоже не идеально, но здесь же идеально. Есть авик, есть кальты, есть... О, флешка прилетает. А все, нет калаша. Все. Да, минус Джока, ну, отдадут его, скорее всего. Да, подбирает он, X-Rio понимает, нужно душить сразу его. Навк! Минус. Даже Навк попал еще вот раз. Там, кто там говорил? Отлично. Сейчас человек 30 фрагов набьет. Так. Но придется чуть ускорить темп ему, чтобы 30 набить. Пока немного не укладывается. Темп ускорится под него. Так, они в это время будут подсадочку делать. Ну, тоже хороший вариант. И, кстати, эту подсадку контролит Стика. Смотри,
Раз. Стика убьет. Там. Смотри. А раз. Зачем? Смотри. Опа. Тройная? Тройная. Тройная? Ну, тройную, знаешь. Не, есть тройная, конечно. Да, но редко увидишь. Там она больше такой объем делается. Ну, интересно. Вот навк. Сейчас. Шестой, седьмой. И Джейл даблкил оформляет. Ну, подсадочка была интересная, хотя он его контролил. Ну, я думаю, он сам не ожидал, что она будет такая высокая. Да, да. Так, ну что, четвертый? Четвертый раунд. Приближаемся к этому. Так, ну сейчас у Хит будет хороший бай, и вот он будет показательный. Это один из важных раундов за эту половину, и, наверное... Не будет он... нехорошо бай. А, не будет, да, не перед этим точно, я пересмотрю. Не, у них была эко, ты все правильно думал, но очень маленький лосс-бонус, поэтому приходится сделать еще надо один. Надо было еще тогда до конца форситься, у них же еще там деньги. Да, я с тобой согласен. Вот. Почему он не тогда? Полуэко делать, это всегда плохая идея. Вот он проснулся, родной. Еще, полетел. О, все, навка реконнектит на карту. 6-5. Он уже набил больше, чем за Инферно. Да, красавчик. Больше, чем за Инферно? Зачем ты его так? Нормальный игрок, играли же хорошо, дружили. Молодец, молодец, Навк. Я доволен. Сейчас еще пойдет. Видимо, все-таки помогло умыться. А он кофе попил, умылся, массажик сделал. Возможно, стоило это сделать перед Best of 3 серией. Сам себе массажик. Так, ладно, 5-6. Ну что, мы увидим паритет по раундам, я думаю, да. Если Навк будет попадать туда. Так, а у нас что делать? Дефолт, занятие зиги. Сейчас флешка пойдет на зиг. Нейтральные воды, мы как называем их. Реал будет отжимать их. Флешка, бам, занял. Все, уже 10% карты контролирует. И когда ты воду занимаешь, ты можешь делать сплит под Б, зига вместе с водой. Ты можешь делать фейк, возвращаться в подвал. Быстрые ротации просто да, между А, между Б. Да, это быстрые ротации. Вот эти вода, наверное, это самая главная зона на оверпассе. И некоторые ее недооценивают. Вот, как за КТ есть выпады под флешку, как так и за Т. И обычно за воду все время первый килл. А вот и пуш монстра. Если минус от стика, размен моментальный. По итогу запушили зазря. Остался лишь один опорник, это Киксан. Киксан? Не чекают его, смотри, не читают, просто его прямая. Рано спалился, на самом деле, мог чуть-чуть подождать. Смотри, какой минус еще один. Подожди. Третьего даже убил, что? Если бы Лаки не имел Молика, это был бы квадрокилл от Киксана, но... GKM как же он радует на этой карте? 14-8. У него вот прицел в голову очень точно. Ты заметь, как он наводится. Там, по-моему, до сих пор 100% хедшотов. Да, с нашего экрана это, знаешь, очень красиво смотрится. Просто жесткий аим. Лаки, неужели на сейф идет? Что ему делать? 30 секунд времени. Да не, через длину побежит. Но Навк пока смотрит Б. Да, на плюс В 26 секунд. Не успевает, конечно, длину на плюс В, но... Нет, вот этот парень... Есть информация о том, что он красный. Эй, красный. Я думаю, стека 2 патрона он достал, ждет, пока бомбу... Навк в отдачу играет. Да, убьет. Он даст поставить бомбу, скорее всего. Ну, он рисковать тоже не хочет. Знаешь, он умирает и все, там уже сквач в один в один. Он дает бомбу поставить, выходит, убивает его. Раз, два. Хорош, все нормально, попал. Все под контролем, 6-6. Так, опять у нас, посмотрите внимание на деньги. А как все начиналось, я напомню, 6-1, шансов у Apex на раунд нет. Вот, смотри, как классно. Раз, не, эти карты два, просто с чем-то. Три, просто бешено им, как на ДМ вышел поиграть. Ну вот, вот этого хотелось увидеть с самого старта. Опять команда хорошо начала, опять 6-6 паритет по раундам. Ну, знаешь, сейчас самые важные основные раунды пойдут. Потому что и Apex должны их добирать, если они хотят выиграть. Потому что они за КТ играют, за Т мы знаем, там, по большей части карты. Ну, 9-6 надо Apex делать, но это, правда, лидер задача тяжелая. Мака у нас, который уже не первый раз, кстати, лидер. Мы уже видели на какой карте? На Нубисе. Столько же, сколько у Киксана, Стика и GKM, то есть они вровень идут. Ну да. На Engine он тоже был один из первых лидеров. И вот Apex берут тайм-аут. Наконец-таки. Они не брали, когда отдали 4 подряд, но они взяли, когда взяли 4 подряд. Забавно. По фраграм, по табуляции Куксан 14 фрагов, но он достоин этого. Он очень важный, жесткий фраг. Нафт. Ну, там Найка нафармил где-то. Тоже важные фраги у него были. Даже последний клатч. И более-менее все ровненько. Вот X-Real. Четверочка. Ну, от него, не знаешь, у него такая позиция. Немножко. Под выпал, у него такие еще позиции, он как опорник нам играет, где-то из-за люрка. Вот он под Б ходит все время, зигу занимать. То, в принципе, он может и побольше киллов сделать. Ну ладно. У нас техническая пауза берется. Техническая? Стик отошел. Стик отошел. Окей. Что сейчас будет делать Хит? Давай подумаем. У них есть снова калашик для Лаки. А ВП у них. А, у них там. У них форс. Форс, наверное, нужно с подвала играть. Два подвала. Есть такая.
вот по такой девайсе, по такие розыгрыши, два мид и два подвал. Можно и три даже подвал сыграть. Ну, либо один люрк. Не спеша, спешить никуда не надо. Отожрать, может кто-то ошибется в подвале какой-нибудь АК, и вместе сплит сделать, занять площадку, подойти пода, раскинуть два смока и выйти пода. Ну, выйти не так просто. Ну, выйти, да. Но если, знаешь, какие-то минусы будут под Б, или они расшатают оборону соперника, там уже Медкол, перетяжечка. Медковую перетяжку на любую точку могут выйти. А пока план такой, что должны через подвал играть. 2-2 или 3-2. Ну, смотрим. Я бы так сделал. Ну. Они отправляются, прям как ты и сказал, только 2-3, да? Ну, 2-3, да. Нет. Или да. Ну, неважно, в общем-то. 3-4, но через подвал. Да. И там стоит JKM, но JKM не допускает ошибок. Да-да, они должны эту ошибочку испакать и себе ган. А прочекать стика? Нет? Нет. Никто? Угу. Ну, грамотно. Вот эта вся зона отжимается, ты подходишь под аппоинт, даешь два смока, раскидываешь и ищешь ошибки. Вот так раунд проще забрать. Но я думаю, команда Apex должна тоже понимать. Никакой информации под Б не было. У JKM есть гранаты. Смолк-то так и лежит на баране. Отошел, JKM все грамотно сделал, прекрасно ситуацию все понял. И вот сейчас раскид должен быть. Да. Считаю, да? Мне кажется, у тебя, знаешь, на 5 секунд вперед картинка. Да не, я просто тут... Так, проходочка будет на апленд. JKM не подожгли, он стоит уверенно, но ловит фуллайн. Тут три опорника в сайде, их пройти будет очень тяжело. И по итогу разменов все-таки Kixan ставит точку в разменах. Как классно в голову стреляет. Джоко мог бы хэдшот дать, но нет. Минут 4 уже делает. Эйс. Да, это эйс от Kixan, скорее всего. Хотя JL не дает эйс. Ну ладно, ничего страшного. 7-6, четверку убивает. Все красиво делали хит. Тоже НТ, можно сказать, потому что минус 3 дали. Хорошо на поинт. Реализация тоже хорошая была. Причем важно понимать, что этот квадрокилл от Kixan — это не просто эко-кобра, да, который он зарешал, зафармил легчайшие фраги. Это важнейший квадрокилл, который спас раунд. Конечно, он давался, и все по-другому заканчивалось. Ганы подбирали, бомбы устанавливались, и уже в постпоинт ситуация была. Ну, сейчас, давай посмотрим. Бай у команды Хит, уже серию раундов Апекс забрали. Счет был какой у нас? 5-1. Хит выиграли. 5-1, 6-2. 5-1, да, 6-2. Ну, молодцы. Врыв на воду вновь у нас. В этот раз будет за воду стика. Это была ошибка, потому что флешки не сработали. Я не уверен, он сыграл. Так, не было даже флешек? Там не было. Ну, была флешка какая-то. Он должен был подойти и флешку подождать. Но он в таком фэнгле стал. Флешка от атаки была. Kixan, вот только сейчас свою флешку выкинул, на самом деле. Ты их простреливают, попадают в XRI уже в гоу, 41 кп, Джио тоже ошибается второй волной. Ну, все, хит сделали. Живой. И быстрая атака, минус 2. А все, тайминг, смол кидал. А знаешь, почему атаку быструю делают? Ну, минус 2 по точке дали, на 20 секунде видят скопление Т-стороны, есть, можно заходить на одного. Да, да, да. Выигрывают раунд. Ну все, последний нафиг остался, делает минус. На 12-й пошел. Сейвить ему надо. Денег, кстати, нет. Не, ну деньги есть. Там хватит доиграть. Да, там последний раунд будет, там хватит доиграть. Смотрим. Фазу. Разминочка, да, навка? Да. Была, две карты. Читаю это. Ну да, будут его забирать, там тоже деньги спокойно будут. Я не знаю, думаю, почему бы не убить? Ну вот у Хит маловато денег, на самом деле. Угу. Смотри, посадку Джоку, ты обрати внимание. Ну просто на расслабоне за дымчик погонять. Так а что нет, трипл килл уже оформил в раунде, можно и расслабиться. Ну, хит получилось. Можно здесь отметить, что по большей части Apex сделали ошибочки индивидуальные. Стика не в том оффенгле стал, не флешку не подождал. Второй волной под ретейк хотели, не получилось перестрелять. Так что, ну, заслуженный раунд, хит, законтролили все. Ну и Kixan опять-таки мисс тайминги с этим смоком. Угу. Мог бы опять сделать квадро. Но нет, надо смоки кинуть. Да, заслуженный раунд. Ну и так, 7-7 за сильную сторону. Команда Хит уже семерку забирает. И еще впереди могут восьмой попробовать забрать. Это уже, знаешь, такая заявочка на победу в этом БО-3. Состояние. Но, опять-таки, в принципе, сторона нормальная. Если Apex не забудут как атаковать, то вторая половина тоже будет равная. Так, X-Trill готовится врываться на бэплэнд. Занял Зик. Воду отпикивает. Аккуратненько смотрят. Подвал у нас. На. Джок убивает Навка. Это проблема. Стика, тайминг ковид. Стика сбривает. Ох, отошел. Там же монстр. Смотри, тройка выходит, монстр. Он слепой, стоит джел. Говорит всю инфу. Должны его убирать на размен, отыгрывает. Даже никого не убивает. Еще и Kixan облетает по голове фрифайром. Остается последний на воде игрок. Он дал два минуса, но этого не хватает. JKM остается 1x2. Бомба будет поставлена. Посыпалась команда. Есть смоук, есть молик, есть граната у JKM. Но хитрый хит уходят на апленд.
Они просто уходят? Хитрые. И GKN, ты грустно посмотрел на пустой плент. Да, он уже понял все прекрасно. Будет в спину заходить. А там бомба, они шифтом идут. Ну, раунд заслуженный за хит опять. Вот, знаешь, нет таких халявных раундов. Подожди, подожди, еще рановато. Они будут от банка играть, то есть у него будет позиции. Шанс. Ну, шансы, конечно, всегда есть, но их... Если перестреляет, тут не будет кросса. Смотрим. Ну нет, экстрил вешает хедшот, оформив трипл килл в этом раунде, 8 раундов забирает хит. Заслуженно, все заслуженно. Да. Конечно, нормально. Конечно, уже казалось, что Apex вперед пойдут, переломят игру, но хит так, не такие простые орешки. Ну и потихоньку готовимся ко второй пистолетке. Как думаешь, что будет делать Apex в атаке? Apex в атаке? А, наверное, то же самое повторять. Чем спешить? Счет такой 8-7, спешить никуда не надо. Надо попробовать пешки скидывать. Вот это крефчики вкусные от Бэдбом. Вкусные? 2.40 на Apex. И 1.55 на хит. Интересно. По фрагам по табуляции. Уксан 18. 3 випишки. Навк 13. Но по большей части мы помним его, когда он минус 4 на этих дал. На гуаках. Да. Ми плюс-минус. Ну, тоже уверенно сыграл. Мы тоже там сильных вопросов нет. Ну, теперь смена сторон. Смена сторон. Стика и Куксан покупают 2 смока. Ты же говорил, помнишь, они куда рашили? А, это хит рашили под Б, да? Да. Против Форза играли. Так, щипчики появляются. 2 флешки смок у Риала. Пока. Они делают раунд хит. То же самое. 1-1. То же самое. Также подойти раскинуть. А у нас в подвале кто находится? Мака. Да, четверка отыгрывает под Б, ждет какого-то ответного раскида. Мака на инфу играет. Никого пока не видит. И отступает в плент закономерно. Ну, Джо поднимается. Тут четверка работать. Ну, тут тоже непонятно. Пока минуса никакого не дали, непонятно, кто куда пойдет. Ну, понятно, что под 2 смока это банк халпа. Угу. Ну, при этом все идет. Будет молик еще за икс и флешечка. Либо молик на трак. Пока все хорошо. Отзали... А, еще информации нет. Вот сейчас только появится. Отжали половину зону. Опасно. Пешка. Под флешечку. Видел нарко. Там пешка. Пешка работает. Сейчас даст гоу, смотри. Там же выход оплэн пошел, при этом все важную дуэлю Навка и GKM по итогу убивает экстрила. И спину GKM добивает Мака, да ладно. Бомба ставится, Экзерсайз пытается кого-то подцепить, но не попадает. Угу. Будет ретейк, 3 в 5, да, шансов нет, только выбирать. Дал один минус, конечно, Джока, но Стика моментально разменивает, и Стика тоже падает. Сайз. Да ладно, да Лаки! Уф, 2 в 1, Экзерсайз. Киты на киты, руках. Киты, киты. Ну, смока нету и дальние позиции. Позиции душные очень. Не очень спину хорошо. Уже Навк заходит. В общем-то, да, тут Экзерсайз душит с двух сторон. Хорош. Вот он, снайпер Apex включился на пистолеточке второй. 8-8. На даблкил. Но мы знаем, сколько в этой игре уже было 3 форсов было. И сколько было победных форсов. Я уже, знаешь, где-то переживаю за команду Apex, потому что даже пистолетку же тоже хит забрали. Да, нет. Не, пистолетку хит забрали, первую, перед разве? Этим. Да, а потом фор забрали Apex. А, да, ты прав. Помнишь? А потом 4 подряд раунда. Да, 4 подряд раунда. Так что, в принципе, здесь может и форсик забрать команда хит, посмотрим. Тут юспы голые, прям голые, это не форс, это фулэка. Фулэка, да, они так рискнули даже. Трипл буст и в целом стак на бэплунту. Нека, сейчас трипл буст не люблю. Просто там информация, знаешь, вот. Там делаешь трипл буст, сразу понимаешь, что 3, быстро А начинают люди играть, и... Хотя красивенько, ганда были... Не, ганда еще пока. Никто к ним не идет, фуапы. Под Б чисто, А будут заходить, фармган играет. Никто не подставляется из Apex под них, они тоже играют медленно, аккуратно. Все, шифтом будут разворачиваться, пода уходить? То пора бы, на самом деле, они уже передерживают бы план. Все, метковый есть. 1-4 будет. 4 банан, 2 смока, наверное, в хлопу договорятся. Кинут, поставят бомбу. Частейший раунд должен быть от команды Apex. У них сейчас задача стоит не потерять армор. И ганы свои. Не дать засейвить эти ганы уж точно. Ну и засейвить точно, да. Молики полетели, хороший скид, выход. Никого нету. Ну и все. Чистая победа. А хит как сидели, так и сидят. Кто тут у нас на монстре, а? Ну да, сейчас еще на фармган не попасть. Так, пока кила нету. Мне кажется, знаешь, они раунд закончат, никто никого не убьет, потому что бомба взорвется. Бывают такие раунды, но редко происходят. Не вижу в этом смысла для хит на самом деле. Смысла, конечно, нет. Пойти с риском выбить девайс гораздо лучше, чем ставить чувств. Красивенько так отпикивают вместе так. Да не в том направлении. Они команда, что ли? Они что, команда? Да, они так играют красиво. У них есть TeamSpeak. Ого.
Они зарплату получают? Ну, кстати, вот идут, могут дойти. Сдали нервы, побежали на плюс В, бомба взрывается, найти кого-нибудь, хотя бы какой-то враг. Могут. Нашли GKM, но... Нет, да вопрос, бомба поставил в сухую раунд. Ну, она интересно было. Раунд без потерь. Без потери. Такое бывает так редко. Первый раз в нашем турнире. Первый раз на Bad Bomb Playlist Urbanistic у нас происходит раунд, где нет ни одной потери. Ну да. Такое случается, но очень редко. И вот он, первый девайс на второй половине. Хит не заставили нас долго ждать. На первом девайсе что делают на варпасе? Понимают, что АВП нету, скорее всего, у соперников на третьем раунде. И обычно дефолт идет от занятия длины. Потому что капитан понимает, игроки понимают, что авик на длине опасная вещь. И можно вот эту зону не туалеты ближние занимать, а длину конкретно под флешки. Сейчас посмотрим, будет или нет. Самое интересное, КТ тоже должны понимать. Ну, пока что ноль внимания на длину от хит, но... Ротируются они в сайте, я думаю, сейчас начнут подчекивать. Ну, ждут стартовые гранаты, свои какие-то выпады подождали, никого нету. А так. Тут под Б. Под Б. Под флешку, знаешь, такая комбинация есть. Тика накидывают флешку, Джель выходит, убивает, растягивает оборону. Сейчас начали в последнее время так делать. На монстра накидывают флешку, он в упор выходит, прочекивает и уходит назад. Но минус есть, и выхода на Б нету. А оборона-то растягивается, и уже трудно будет угадать. Смотрим, смотри, подойдет. Не просто будет пикать, так атак. Видел. Не, рисковать не стоит. Ни в коем случае рисковать. По голове дали? Ну да, экстреал остается 19 хп, стика 31. Такой небольшой размен по урону. А, бомба стягивается, панда. Такого. Тяжелая ротация. Игрок. Ну, тяжелая. 45 секунд до конца. Нужно сразу приходить, раскидывать смоки. Ну, всю зону туалетов отжали. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать? При этом всем на А только один смок будет. Второй смок был у Джейля. Он кинул его на Б-плент. Это дешевый фейк, на который не купится команды хит. Я бы на их месте даже закоил перетяжку под А-плент. Так, аккуратненько. КМ. Пэш. Бум. А вот сейчас бы на Б уйти. А они так и делают? Да. Смотри, куда бомба перетягивается. Так, кстати, остается 17 секунд. Там экзерсайз, там экзерсайз. Ну, он не читается. Он убивает. Размен. Подожди. Есть размен, но он успеет ли? А, двойка занимает. А успеет ли? Успеет. Джелю сейчас нужно сыграть. Опа, стяжка на плюсовую бомбу ставит. Очень хорошо проходит. Да, буквально одна секунда у него в запасе была. Бомба поставилась 3 в 3. Хорошую позицию занял JL под Хевеном. Может быть, им даже не читается. Важный дуэль в подвале будет. GKM играет против Джокко. Это важная дуэль будет. Как у GKM выигрывает дуэль, действительно. Холпа будет, понимает, что находится 1-9, 1 холпа и сейф по-хорошему. Да, понимает, ничего не получится у них. Уносит девайсики на сейф. Хороший раунд от Apex, перетяжка под B-план была ювелирная. Хотя на тоненького. Ну, там экзерсайз, да, мог. А если в девятке какой-нибудь, знаешь, там или в холпе стоим, да, бомб пройти, и все, бомба потеряна. Или молик был бы. Молик, да. Все могу по-другому закончить. Ну, мы видим то, что есть. Калькулейтед, я бы сказал. Значит, Apex были правы в своем мид-коле. И вот уже 10-8, так неожиданно, знаешь, там казалось. Вспоминается, да, без шансов, значит, когда было 6-2. Помнишь, я тебе говорил, когда начало команда какая-то выигрывает, потом в конце проигрывает? Да, уже. Здесь заметили в этой игре такую вот разновидность. В этой серии на каждой карте такой старт. Да. Так, ну укрепляется в экономике команда Apex. Эмочки, кольты по 2900, 3200. Ну, хит. Опять будут делать. Пауза берется. Пауза. Ну, кстати, правильно. Экономика, видишь, разносит. Они засейвили две эмочки, будут скидывать. Мне кажется, почему бы им не надо посчитать, делать. Поговорить, да, как и отыграть раунд. Да, как отыгрывать раунд, и что они от этого раунда хотят получить в первую очередь. Победу? Потому что... Нет, не кроме победы. Ну, разобрано. Вот обычно, когда пауза ставится, вы покупаете ганы. Не все же ганы будут. Где-то фармган, где-то его реализовать надо. Где-то у кого-то там, ну, гранат не будет. И какой выпад? У КТ тоже выпады же есть. Понятное дело. КТ выпады делают, чтобы сломать дефолт и половину карты. Посмотри на эту дедовщину. А, нет, по итогу дали экстрелу. Я подумал, экстрелу единственному М-ку не дадут. Дедовщина. А экстрелу М-ку не дадут? Да, все, ну нормально, дали. Новичку дали. Там с крокодилом у нас человек. Экзерсайз. Причем сначала скинули экзерсайз, он постоял с ней, потом такой, ладно, на, выкинул, купил себе крокодил. Видел экзерсайз? Там рама 2 на 2. Да. Я бы такому, ну... Такой уверенно держит прохода. Я по такому еще гранат бы скинул. Так, ну один из важных раундов, кстати, по деньгам очень плачевно. А вот команда Apex по 4605, у них просто, если Apex сейчас заберут, они уже на процентов 70-80 будут ближе к победе. Так, бомба уходит на Б, кидается, делает дефолт. Нейтральные воды у нас, нейтральные воды, называем, занимаются. Контроль подвала, и это выход сплит под Б будет.
Главное сейчас экзерсайз не подставится. Он соло играет бэпленд. Снова не угадывает флешки, хит. Флешки, они будут три зика играть. Знаешь, есть ощущение, что удача команды Хит на Инферно перешла к команде Apex. Все, первый мажет, проигрывает. Первый мажет, проигрывает. На! Ну, хорош НТ. И монстр выходил на размене сразу. Мало. Для а на Б никого нету, на Б никому нету. Зик, помочь, стика. Помощь, выход. Ноль помощи. Ноль помощи. Ноль помощи. Вот, помощь подоспела. GKM пришел с первым лучами. Солнце с востока на третий день. Убил Лаки. О, помощь будет. Это сейф. Это сейф. Сейф. Это 11 раунд. Это не сейф. Это не сейф. Но время мало, очень мало времени. Надо в 3 реализацию. Там позиции должны быть душные под мостом и на монстре. Чипсы есть? Нет. Нет, все. Это сейф. Они даже не идут, видишь, они даже не пошли. Ну, да. Понятно, щипцов нету, рисковать тоже неохота. Навести хит еще нужно паузу продлить. Ну, у них осталась пауза? Одна. Одна. Вот, кажется, самое время еще поражать. Как вариант, потому что опять. Сейчас битва за экономику, если не проиграют, видишь, они проиграют карту. Опять, да, не получилось, немного не угадали. Очень хороший раунд апик сделали под флешку, выпад 3 зиг. Дробовик ничего не мог сделать. Ну, одного убил, но размена. Не угадали опять с расстановочкой команды хит. Ну, 11-8, АВЦ Apex. Хороший кол, хорошее исполнение, раунд. Прочитали то, что будет укрепление А пункта, вышли на Б и сразу разменом легко раунд забрали. Да. Я же говорю, везение хит с Инферно перекочевало к Apex. А помнишь, я тебе говорил, что у Apex атака сильная на варпасе? Да. У них реально сильная. Вот сколько раз стригут все время там. Пока вопросов пока. Ноль к атаке. Дорпа симпатичнее, чем у хит на данный момент. Ну еще впереди. Впереди только 11-8. Это такая середина игры. Самые интересные раунды сейчас пойдут у нас. Вот, да, занимается. Флэш прилетает. Бум. Хорошая граната была. Минус 36 хелспойтов Джей Элю. Три опорника в этот раз с тобой пункту. И два монстра. Точно такой же раунд хотят делать. Они два раза. Сейчас уже не сработает. Сейчас этот раз сработало. А почему бы нет? Может все сработать. Трошка полетела, пошел в рейд. Нужно припарить. Но врубали Экса первого, второго. Экзерсайз. Третьего Экстрил также убил. Ну что-то не хуже, чем в тур. А, хотя там просто не дали им сделать. Опорник, не, там один, а тут три, да, перекрестный. Я поэтому и сказал, не выйдет. Ну знаешь, задумка хорошая. Два раза подряд один и тот же раунд сделать, когда не ожидает соперник. Это нормально. Ну, исполнение, конечно, осталось желать лучшего. Бывает такое. 11-9. О, еще и стик умирает. А, важный раунд. Мака его убил. Хит. Никто пока не умер. Угу. Желательно, чтобы никто не погибнуть. Нужно укрепляться по экономике. Укрепляться, да, надо, потому что... Потом хит будет тяжело. Каждый раунд на вес золота будет. За КТ все-таки. Точно. Конечно, у Apex денег довольно много, но вот у стика есть проблемы с деньгами, поэтому навку желательно засейвить. Так, а навку у нас в это время по табуляции. Куксан 19, навку 16. Ну, уже тиммейты его догоняют. Кто у нас за хит? Все ровненько. Парочка, смотри. JL и GKM не работают. Ты видишь там, как у хит по фрагам? Джоко 14, 13. Ну... Подожди, 16 Джоко, десяточка Уаки, 15 Мак, 13, 11. Ну, все ровненько идут. Близко, близко. Просто никаких нет. Ну и по итогу Навк и вправду сейвит свой калаш на монстре. 10 секунд на таймере остается. Прикинь, сейчас пойдет и умрет. Так, ты такой давай не каркай. Да не. Не пикайте, ребят, после таймера видите, все. А вот теперь пик. Он после таймера умер, понимаешь? Нет. Да! Он после таймера умер. Так, у нас пока 11-9 что тут. Нет, я просто... Это навк. Это тот самый легендарный навк. В виде 10 секунд на таймере идет пушить монстр, умирает после таймера. А чё... Это если бы он просто АФК встал, вылетел, не знаю, подождал, уснул. Тупил, потом вышел, после таймера умер. Да. Это люди... Я... Сколько? Ладно. 5 тысяч долларов получил. 3? 4? Нормально все? Ладно, 11-9. Бывает. Бывает. Ну с кем не бывает? Такое происходит даже в тир-1 матчах порой. Так вот. Какой-нибудь игрок, кто-то свинцер может так сделать спокойно. Так, а уже смотри, какая на 10-й под такой хит должны карать. Просто вот сейчас мог бы АК там засейвить, еще покидать. Сейчас, видимо, стика у них тег. Куксан должен, конечно, закупать. Хорошие гранаты. Ну, важный раунд, потому что потом Апексом уже не позовет. И при этом всем хит по своей экономике все-таки довольно хорошо укрепились. По 2000 минимум они имеют. Если выиграют данный раунд, там уже будет прям много денег. Да. Ну, посмотрим, что у нас делают дефолт. Аккуратненько сейчас буду занимать под флешку. Контролят подвал. Наводит шуму
туалетах, накидывают молики. Ну, опять нейтральные воды. Нейтральных. Мы бы давай нейтральных называть. Да, да. Джо занимает, есть у него информация. Кстати, классное название позиции, я так подумал. А так они нейтральные. Вообще кайф. Просто на нейтральных. Ну, их понятно, что там называют по-другому. Как по-разному. Срил. Важно дать. Спинлайн. Двоих, эксерсайз. Троить. Третьего забирает этот провал Лаки на размене. Опять сухую. Где Апекс, которые были первые 5 раундов половины? Два важных раунда команда Хит забирает. В экономике по 6, по 7 тысяч. И вот это сейчас аукнется им. Казалось бы, мы уже Апекс так хвалим уже на 80% в победе. И тут просто два бесшансовых раунда. Шансовые, да, так сказать. 11-10 от Apex, будет паритет, и потом придется разыгрывать потные раунды. Делает эко полное. Но стоит Apex все-таки задуматься над тем, чтобы играть не бэплэнд. Заметил, они как-то мало такой дефолтик делают, отжимание туалетов. Да, мне кажется, нужен туалет отжимать. А на месте хит, вот на месте хит. Вот я увидел, что они два раунда таких сделали, отдали. Под Б не получилось, зарашили Б, зиги выходили два подряд раунда. Я бы стал играть 2 Б. Нет, я бы сейчас вот на месте хит, вот после этого эко. 4 аба стак сделал. Ну вот я про то же, да? Да, то 4 стак. 3, 4 а. 4 а и гадать, и на 12 хитам выходить. Потому что, ну знаешь, там, как говорится... Это психология. Психологии стальных не хватит. Апексам еще раз делать под Б такое. Тем более, что ну, без шансов они никого не били даже. Да. Вот интересно, если сейчас следующий раунд хит станут, даже хоть троем. Можно и троем стать, троем, четвером, это уже да, выбор. Да, да. Я, например, в такой игре прийти по раундам уже бы выбрал троем, бы даже пошел под... Под а. Стал бы в туалет, какой-нибудь так подвал. Это, в там принципе, курилка, три туалет коннектор. Да, есть тройка, четверка, там разные есть стаки, сетапы. Ой, Джока делает минус. Тут тэкет, партнёшка просто фрагов для ну, хит. Недавно стали свидетелями, смотрел, когда 5 гуаков раунд забрали у какой-то команды. Уже не помню. Недавно, 2 дня назад, 5 гуаков забрали раунд. Так, а тут калаш есть у GKM, вот что-что, а GKM с калашом как бы очень опасен. Кукса читает, последний остается в GKM, минус. 11-11. Сейчас интересно, вот как будет. Апексы должны делать дефолт занятия, потому что под Б вообще не клеилось. 4 раунда не клеилось под Б. Ну, если посчитать эко и 3 бая, которые 2 раунда через игру, один раш монстр. Если их так сделают, можно сказать, что они гении. Ну, вообще. А Апекс будут делать дефолт? Ну, не пойдут же они Б. А можно. Нет, ну, не хватит смелости. Или хватит? Да, мы были правы. Хватит. Три айдол. Все правильно. Красиво. Читаем. Ну правильно все делают. Три, потому что... Видишь, психология по большей части. Вот от такого раунда отталкиваются. Но Апекс понимают. Они как будто тоже читают. Понимаешь, у них двоек на монстре. Они тоже тройка понимают. Медленная пода, которые сейчас пошумят. Может быть, энтри дадут, а потом уже на ПП дадут. Понимаешь? Что? Под флешку. Ну, хотели эту сделать. Выпад. Смог дается. Да, смог. Флешка. Два смока даже. И растягивать оборону. Как сдать какого-то ответного врыва. Не получилось у Джейли. Ничего страшного. Флешку накинули. Но тут у нас на длине стак, как стоял на так до сих пор не тронулся. Стоит. Седьмой номер. Кто у нас? Лаки должен на минуте времени через 10... секунд, где через 20 даже делать поджим, спину обходить. Так, Мака находит. Мака справляется. Просто хедшот раздает направо налево. И да, надо действовать, Лаки. Пора. А он действует. На минуте времени пожимается. Ровно минута. Делается. Привет, так. Здорово. Фу. Знаешь, почему на минуте длина поджимается? Потому что мидкоу, если ты выходишь, ты на длине в перестрелку. Как входишь. А если ты не видишь никого, это понятно, что Б будет. Да. Потому что в минуте мидкоу формируются и формируются какие-то схемы. Там 1-3, 3-2, выходы. Я вот не понимаю только одного. Как у нас вся карта Overpass делится на два этапа, когда раунды без шансов выигрывают Apex, так интересно, и когда раунды смотрят. Без шансов выигрывают. Согласись. Хит. Вот мы вчера в одну калитку посмотрели. Ну, не вчера, позавчера, я не помню, когда там играли. У нас АТК. Не, вчера, АТК. Bad News Eagles. Не, нормально, там игра тоже нормальная была. Вот когда АТК играли, когда их в одну калитку вынесли. АТК против Bad News Eagles. Ну, да? Вчера. Я думал, 500 играли, видишь, уже игры, я понял. И Ханорис 500 играли, и АТК против... Вчера Ханорис 500 играли, а позавчера АТК против Bad News Eagles. Да. Все, вот уже позавчера, да. Спутались, спали, как у рыбы. И вот позавчера неинтересны были. Ты понимаешь, что он фаворит, и явно понимаешь, что будет вынос. А здесь вот, видишь, волнами, и третья карта, 11-12 счет, все самые последние раунды остались. Интересно. Ну, уже можно переобуваться, потому что... Что по закупу? Ну, лосбонус есть хорошенький у Apex, поэтому они могут позволить себе до 1000 закупаться. Если на бане получилось на эко, наверное, джейли 600 баксов остается. Вот тот мув до сих пор навка, не понимаю, когда он без денег. Да.
У него было 6 тысяч, у него осталось 6 тысяч. Ну, извините, после того молния до раунда не взяли Apex. Как будто бы дельтанула вся команда. Даже паузу взяли, потратили. Может, они ему объясняли, что навк, дружище, ты что сделал? It's good, guys, it's good. Все по плану. I will buy Lamborghini. Опа. Я не знаю, ладно. Так. Стик. Контроль дефолтный, 3B, 2A стоит хит, понимают, что уже на эко, да и не на эко, могут Apex повторить попытку выйти на B-плент, потому что теперь на А уже ничего не получилось. Угу, выпад идет, будут подходить, 1-4 схема делать раскид, но тут Джока в очень хорошей позиции, должен снимать стик, такая позиция не читается, а фэнгл, жестко. Угу. Мака при этом дефает туалет, вот кто-кто, Мака должен справляться с Мака. Выходом туалет. Делает минус, все красивенько, Джелли отпикивается скаутом. Нет, тут нереально. Уже в спину заходит, тройка работает, брони нету, гранат тоже нет. Делать минус, бомба падает, стяжка огромная пошла. Последняя остается у нас Куксан. Нет, сухой, нажимать в такой игрой. Посмотри, 15 тысяч у Майки Exercise, 9900, Реау 12. Ну, тут просто 99 на 1. Если сейчас в другую сторону все поменяется, и Apex еще доведут до 15-15 или выиграют, я буду в шоке. Вот тут правда у нас карта делится на два типа. Когда раунды брали без шансов Apex, когда раунды без шансов берут хит. Я напомню, последние раунды за атаку и первые раунды, точнее, последние раунды за КТ и первый раунд за атаку, Apex просто выигрывают легчайшие. 4 на Apex, 1-17 на хит, друзья. Вот это кэфчики жестко поменялись. Не забывайте то, что на BadBoom для вас есть 100% бонуса на первый депозит по промокоду Фиссура. Фиссура. Навк дал минус. Но тут врыв волевой. Подожди. Без флешек на контакт от Exercise. Разменчик, да, да, ну размен сразу, нафк дает по джейлю минус. 4-4 ситуация, Мака уже поджал подвал, контролит пока, знаешь. Ну, тут уже если по длине пойдут, проблемки могут быть у команды хит. А они хотят, не по длине занимают. Пока Apex вообще пока, не знаешь, непонятно, кто здесь делает, вроде они понемногу пробираются. Здесь до первой ошибочки. Ариал разворачивается, и что делает? Джока уже ДЛ занял. Да, все правильно. Он услышал по TeamSpeak, что я буду длину занимать. Два человека в ротацию уходит. Ты посмотри, один подвал поджвал. Он в ротации слушает, то есть... Да, он слушает всю информацию. Три человека будет А принимать. Вся надежда только на стрельбу, на точную стрельбу. Ну, Куксан, мы знаем, он сильно по головам стреляет. Флешка прилетает. Стика. Делает минус. Бам. Там фуллблайнд. Фуллблайнд Джока. Да, какая хорошая комбинация, да? Вот такой. Ну, так же хит играли, я напомню. И туалеты поджимаются, смотрим ЖКМ. Есть информация по Реалу. Икс Реалу. Или по Реалу. Икс. Икс Реалу. Икс Реалу. Мы его Реалу будем называть. Так, при этом всем Апексы не спешат. 30 секунд на таймере остается времени. У них на Апланту есть еще два опорника. Надо их пройти. Икс Реал ошибается, очень сильно ошибается. Почему-то не чекает туалеты. И в отдачу планта играет Exercise. 12-м. Какая-то игра, да, просто смотришь. Но знаешь, почему все равно в хит веришь? Экономика, денег. Там просто завалом до конца игры. Даже при таком узбонусе маленьком. Смотри, Мака. Тика сделает 180 хедшот. Если он такое сделает, я просто, ну, не знаю, бреюсь на вас. Ну, смотри, Мака сейчас, оп. Да ладно, он его не убивает! Он его не убивает! Киксан, у него какой-то год-мод. А он, знаешь, просто в угол встал, через стену попал. Он... Все пока хорошо. Так. Ну, взяли раунд, взяли. Хотя, знаешь, такого упки, такой на лице у Apex нету. Должны были раньше, по идее, свои раунды забирать. Ну да. Второй, третий, ну или хотя бы четвертый девайс. Вот он за стенку спрятался, Куксан жестко. Вот этот последний килл был очень жестким. Ну и что? Что они хотят сделать? Знаешь, может мысли какие-то закончились. Вот дефолт они делали, получался. Может еще раз попробовать. А ВП опять, вот знаешь... Вот вроде делал киллы как-то за первую сторону, хочется от Мака, вот если дуэли, а веперов у нас сегодня сравнивать пока вот по сумме, да? Мака, ну, 100 раз симпатичнее смотрелся. JKM, это что, сейчас просто на плюс выбивает Джоку? А это комбинация была на выпад, отрезание карты, не получилось, можно сказать, тут, ну, знаешь, такое, НТ Джока. А убивал бы, мы по-другому поговорили. Параллельно занимаются нейтральные воды команды Хит. Нейтральные воды. Я вот тогда, знаешь, такой нейтральные воды. Нейтральные воды заняты. Так, посмотри, как они контролят хорошо бы плент. То есть тяжело-то будет сейчас с Апексом даже в большинстве этот раунд выиграть такими темпами. Стика идет в капкан, но он видит ножку. Подожди, а как у него не увидит? Он же первее должен реал, икс реал увидеть.
Лаки, размен, ситуация 2 в 4. Да ладно! Что просто происходит? А, он в такой позиции сверху сидел, где он ноги привидит. Он завтыкал по ходу по радар. Что? Так, минус 2, что? Что? Мут. What's going on, guys? Что творится-то вообще? На, 1x2 остался, Exercise его добивает. Трипл килл для Exercise, ситуации 2 в 4. Знаешь, что сделал Exercise? Выдал базу. 14-12, да, просто выдал базу. Он просто 2 в 4 раунд, который, казалось бы, уже Apex должны делать 13-13. Это просто тилт. Не знаю, паузы остались? Я понял, что X-Real делал. Кстати, почему он не начал стрелять первым? Он хотел, чтобы хотя бы выполз до середины тулда, еще его оппонент и не стрелял. Думаю, что его не видят. Это да. Как такое? Вот я сижу. Вот Apex, последнюю паузу. Три карты таких. Ну да, то 1-4, мы уже смотрим. Просто в шоке. Такое раунды. Индивидуальным скиллом очень много людей забирают раундов. Причем, ну что, одна, что вторая команда такое делает. Ты понимаешь, 13-13? Ну да, ну уже приятно, Эпик бы укреплись. Вот четвером не погибли, укрепляются в экономике. Там, знаешь, на 15-15 даже, где-то 16-14 выиграть. Ну, сами себе соперники. Команда Apex 14-12, хит уже довольный сидит. Такой думает, 2-0, с кем мы в следующий играем? Да, подайте нам. X-Real, ты прошел тест, давай к нам в команду подписывать контракт. И в контракте написано, обязан скидывать калаш. А сколько у него фрагов? Ну, не так много, 12. Нет, Linux игре следующий на тест. Так, ну посмотрим, что у нас покажет команда Apex. Пока ничего удивительного. Какие-то беззубые некоторые в случае раунда. Хотя я помню, его, знаешь, еще раньше хорошо играли эту карту. Ну тут хит хорошо смотрит. У них не самый слабый, дефолт у них среднячок, я бы сказал. Да, есть. И не самая плохая стрельба, просто ошибочки допускают. Ну, игроки такого уровня не должны допускать ошибки. Ну, допускают. Все-таки не тир-1 команда. Тир-2 такие, знаешь, крепенькие. И Apex, и хит. Ну да. И готовится Apex врываться на B-plant, но там пока размены происходят. Джоко принимает этот выход, дал нужно спасти-ка. Под спаки замутился. Экзерсайз, это мега красивый мув, да там... Будет, да. Ну, там серия разменов идет не в пользу. А все 22 в 2. GKM с Куксаном остались против Мака и Джоко. Куксаном. Против Мака и Джоко. Как это будет разыгрываться? Двое монстров, бомба у них на руках. Гениальный мув сделал Мак, побежал обходить через А. Пойдет хелпу, да, понимание есть, что не могут вернуться. И вот здесь Джоко. Рискует, но он читает. Читает, думаешь? Видишь, чекает. Тайминг. Тайминг! Смотри, куда уходит. Уф, как это было классно сыграно. Гениально. И он на длине в такую позицию занял. Мака делает минус 2. Ну, минус 1 он обязан дать. Но... Посмотри, что делает Джоко. Он просто... Нет, он возвращается на Б. Хотел сказать, просто угадывает и идет на А. Ну все, услышали. Получили информацию. Мака должен убивать первого. Он двоих сейчас еще смотришь. А, убил бомбу на каре. Он в такой позиции стоял. Вот, в ситуации в клатче 2-2. О, очень нечитаемый. Ну, 12-15. Хит уже, наверное, по большей части где-то празднует. Денег мало. За сильную сторону играют, счете ведут, денег просто полно у команды хит, Апексам, конечно, не здоровать. Если они сейчас 3 еще заберут, это опять чудо произойдет, 8-е чудо света. Ну, все идет к тому, что должны заканчивать эту игру команда хит. Но при этом как-то они закупаются, что у них 3 калаша, 2 галила, хотя с него там все было печально по экономике. Угу. Откуда деньги, ребята? Где-то играют. Деньги не деньги, но у Апексов, ну, не все клеится на девайс, находят прострелы так, от Джоку. Сразу попадает. Джоку, наверное, пострел. Разменчик есть. Так, бомба лежит пока. Ну, где-то стартовики ищет, от этого разыгрывают. Пока 4 в 4. Где преимущество вот те стороны. Смотри, где поджимает у нас SSIS. Он сейчас бомбу найдет. Найдет, и важная перестрелка будет сыграна. Отстает, он на радаре. Навку видел. Сразу дал инфу, остался чекать, не давать дальше поджать. Экзерсайз может погибнуть. Да, он думал, что его не заметили. Вот, интересно он сделал. По радару отсветился, должен понимать. Так, смотрим. Ну, вот это важная дуэль была. Если они хорошо реализуют свою идею... X-Real читает, но 15... тайминги... Подожди, а где деньги вообще? Это что за тайминги? Все нормально, все по плану. 13 Apex должен забирать. Лаки на Б-поте прочекать вместе на размен. Лаки прячется. Брок увидел. Его тоже Куксан увидел. Подождать своих тиммейтов, вместе выйти. Вместе задавить. Вместе — это не вместе. Ой, как повезло. Не пошло по стрельбе вообще.
Ну и последний маг остается, который на пойнте. Кстати, мы хвалили за деньги у Хит. А видишь, деньги имеют такое свойство испаряться. Да, 2-300. Но они закупятся. На один бай хватает. По 8 тысяч у Джока остается у Мака, если он еще авик засейвит. Так, раз на 61 хп. А вот апексом не позавидуешь. Лучше эти 2к засейвить, дать ему авик и потом разыграть и на последних без денег оставить. Фу, как же со скрипом даются эти раунды Apex, ты не замечаешь? Со скрипом. Да. Вот нет такой легкости, как брали его команда Хит. Вот они остались по 3, по 2 живу. Вот где-то какие-то проблемки намечаются, кто-то кого-то не перестреливает, где-то по одному выходит не в размен. Вот такие ситуации, в принципе, ну, тут счет закономерный. Хит пока 15-13 и 2 матчпоинта до конца остаются у нас. Но есть шансы на овертайм, и все-таки Apex — это команда довольно опытная. В такие моменты она может включиться и доиграть. Есть. Шансы всех всегда, конечно. Ну какая же потная встреча. Так, три карты. Интересно смотреть. Первая 16-14, вторая тоже в этом духе будет. А у нас следующая игра еще Фарзе Фальконс. Тоже там будет три карты с допчиками. Ты сегодня Люка заменяешь, да? Да. Вы же с ним поменялись. Да. Ну да. Вот и причина, почему три карты. Фарзе 2-0. Все, Санек, уже не работает твои 2-0. Фарзе 2-0. Сняли с себя это проклятие. Так, хит. Окей, смотри. Предпоследний или матчпоинт? Посмотрим. 15-13. Ну, я буду расстроен, если хит не горит, горит плейграунд, но успевает отойти Мака. Еще немножко и передержал бы позицию. Двойка сразу со старта начинает агрессивно длину занимать. 1-33. Мака в курилке. Хорошая позиция на фраг. Надо убивать. Мак простреливает JKM-а. Оставляет ему лоу хп. Чекает фонтан, но подставляется под Навка. Джогу в коннекторе. Куксан. Что по стрельбе, ребята? Не знаю. Пока что ставят. Будь здоров, Apex в этом раунде. Лаки стал на банане. Лаки тоже пройдут, наверное. Так. Должны забирать F2. Ой, подожди, серия размена в нее в сторону. Какой? Что? Лаки. Стига растерялся даже, на самом деле. Двойка длину выходит, и бомба лежит в туалете. Какая важная перестрелка. Лаки, походу, этот раунд сам заберет СО. АВП не мобильный, GKM 21 хп, GL 100. И знаешь? Икстрил уже на помощи. Будет реализован. GKM не верит, что оба игрока играют через коннектор. GL убьет Икстрил. Ну, Икстрил. Лаки в хорошей позиции, уже дал минус 2. Находит минус. Раз. Ситуация в 1 в 1. GKM. Минус.